Что, дорогие друзья, возвращаемся в прямой эфир. У нас очередная карта, второй день квалификации СИА, где команды Сайф и Сингапура против Оранжей. Ну, пока турнирное положение таково, давайте посмотрим, собственно, что они продемонстрировали нам эти обе команды за первый игровой день, за сегодняшний первый раунд. Оранжи идут 4-2 на втором месте, 12 очков у них, достаточно неплохая игра. И ребята из Сайф пока 2-3. Ну, на самом деле 2-4 у них стат, они еще одну карту проиграли в первом раунде. А вот, немножечко необновленная у меня сеточка, сейчас пробую вам новую показать. Да, вот 2-4, вот теперь уже поточнее информация, собственно. Ну, шансы как таковые они уже, по-моему, потеряли на выход в плей-офф. Очень маленькая вероятность того, что они еще поднимутся. Ну, для этого нужно побеждать оставшиеся 2 матча, собственно, 3 даже матча. Тогда, может быть, что-то еще и получится. Ну, а так, конечно, Сайфы явно разочаровали всех своих фанатов. Товарищ Миркл вытащить пока не может. Давайте посмотрим по статистике этих команд. Итак, Оранжи у нас имеют 46,3% винрейт, 54 сыгранные профессиональные матчи за этот год, у Сайф 42, ну, поменьше сыгранных матчей, но винрейт немножечко получше. В среднем киллов делают Оранжи побольше, умирают реже, больше помогают, опять же, полусхитам у них тоже получше, ну и видим, что... Единственное, что по КПМ у Сайфы покруче идут, а в основные показатели, конечно, у них пока проседают. Так, ну и давайте тогда включаться в игру и будем смотреть за этим противостоянием двух команд. Ну, Сайфам, как вы понимаете, нужна победа. Оранжи пока еще, в принципе, не обеспечили себе комфортное пребывание в сетке, да, и не могут они сказать о том, что мы уже 100% будем в плей-оффе, им нужно будет опять выигрывать. Вот. Если кто зарекомендовали себя как команды, которая достойна выиграть эти квалификации, это команда Arrow. Вот. Остальные команды еще будут, конечно же, драться. Итак, Сайф у нас взяли на Чиспрофит профита Enchantress, сформировали себе хорошую таблу героев, которые, в принципе, обладают хорошим пуш-потенциалом и вправе, и могут сносить они, конечно же, очень быстро товара противнику. Оранжи взяли себе Ликантропа и Синкинга, ярко выраженный Герри-герой, который в последнее время все чаще и чаще отправляют в бан, нежели в пик. И, ну, Сенкинг один из самых, наверное, популярных суппортов. В банах Нага Сирена. Конечно же, это First бан против Миракла. Минус также Инвокер, Батрайдер, Брюмастер, минус Кентавр и минус Тренд. Еще по одному бану осталось сделать. Ну и будем ждать этих банов. Да уж, ну, не знаю, дорогие друзья, конечно, не очень-то простая ситуация. Если сейчас Сайфы проигрывают, Оранжи однозначно закрепляются на в плей-офф, на плей-оффе, да, то есть они уже 100%, скорее всего, будут подать в этот самый плей-офф, ну а Сайфы 100% будут вылетать с этого турнира. Такие дела. Так что эта игра может стать для обеих команд решающей. Ну, стоит также отметить, что Оранжи и Сайфам еще придется сегодня играть. У Оранжи будет игра против Execration, также потом против First Departure, то есть подряд игры, причем, ну, вы знаете, не против самых сильных команд у них игры остались, да, так что в целом неплохие шансы у них есть, конечно же, в этой квалификации. Что же касается ребятам из Сайф, у них будет игра против Zephyr Gaming. Zephyr, который тоже многих, много кого разочаровали в текущей квалификации. Ну, в частности, меня. Я надеялся на них. Я думал, там Блиц и Корей смогут что-либо сделать. Они не смогли. Вот. Ну и, по-моему, все. Больше у Сайф я игры не вижу, которые будут. Да, у Сайфа больше игр не будет. Окей. Итак, у нас пики уже какие-то сделаны были. Давайте посмотрим. Минус Рубик, минус Квапа. И второй стадии пиков Пака забрали себе Оранжи. Акция Темпларочка от Сайф. Ну, очень оперативно пошли последующие пики, мы видим. Команда уже четко знает, через что будут играть. Ну, составы, понятное дело, с вчерашнего дня неизмененные. У ребят из Сайф и Сингапура. Это Миракл, Полосон, Чибикс, Икс Фридом и Хана. Так, у меня пропал какой-то браузер. Секундочку. Во. Вот, теперь все хорошо. Так, и Оранжи. Да, это представители у нас, насколько я знаю, Сингапура тоже, да, тут две сингапурские команды. Винтер на капитанском слоте, SXOCXS, USAERA, Insidious и Sharky. Вон такой вот у нас коллективчик собрался. Итак, четвертый пик у нас непосредственно от Винтера. Пока думает, есть митер, есть керри-герой, есть суппорт. Осталось еще одного суппорта напикать в триплу. Желательно какого-то рейнджевого, потому что уже дай 2 милишника в трипле есть. Это не всегда круто. Ну, какой-то хочет рейнджа порежешь, конечно же, взять. В целом... Тот персонаж, который с Сенкингом, наверное, чаще всего появляется в связке. Вот. Ну или какого-то Shadow Demon, которого тоже мы уже привыкли видеть. Сейчас посмотрим, кого возьмет Винтер. Ни тот, ни другой суппорт еще пока не в бане. Так что можно брать. Ну, как и прежде, мы с вами смотрим эту трансляцию на канале Star Elder 4. Заходите туда, что-то пишите. Там чатик открыт для всех.
Ну что, Винтер думает. Уже топ-тайм у него практически заканчивается. Не знаю, что брать четвертым пиком. Ну надо сформировать себе триплу. Ну или взять кого-то на оффлейн. Я не знаю, на оффлейн тоже много претендентов. То же самое Тайдхантер, который в последнее время стал очень часто юзаться. Вот Виндрейдж, смотрите, забирают оранжи. Очень-очень интересный пик. Ну, с другой стороны, да, действительно нужен был суппорт, который еще, наверное, может или оффлейнера откидываться от пуша, да, сильного. То есть вдавать какие-то спеллы издалека. Ну, в частности, по варшотам, конечно, Виндрейдж же может помочь. Ну, не знаю, получится или не получится. Так, Дарсир у нас справляется в бан. Все-таки Сайфы не поверили, что Виндрейдж у нас пойдет на оффлейн. Шаду Демона забанили оранжи. Ну, в целом у них кто получается? Если Тепларочка в мид, значит, профит на сложный. Энчантрес в качестве суппорта, Акс, ну, в качестве тоже, скорее всего, всеми суппорта. Останется кого-то керри героя сейчас взять. Посмотрим, кто это будет. На ком будет играть Миракл. Ну, я сомневаюсь в том, что Акс у нас будет как керри герой, скорее всего, просто как суппорта его берут. Ну, через лесного там пофармит, побегает, пробует быстрый даггер себе какой-то вывести. Ну что, Миркл, по одному пику осталось сделать. Алхимика себе забирают Сайф из G. Вот это да, вот это поворот. Ну вот через этого керри-герои решили поиграть. Так что в целом могут даже и пики немножечко, точнее лайнапы измениться. То есть Алхимика можно, например, поставить в мид. Попробовать. Например, Темпларочку на легкую. Акс и Чатрас лесу, значит, профит на сложную, как вариант. Ну, можно Алхимика, опять же, просто на легкую линию и дать ему свободный фарм. Вайпер забирает Orange Sport с Dota ласт пиком. Бидрейджа, конечно же, теперь становится суппортом у нас однозначно. Ну, и ребята разбирают себе героев. Окей, давайте смотреть, что у нас будет происходить в этой карте. Напомню, что у нас сегодня предусмотрены 4 матча. Один с вами уже посмотрели, второй по счету. Ну, и, следовательно, после этого матча у нас еще 2 катки ожидает. Так что имейте в виду, на всех наших 4 каналах StarLadder'а будем мы с вами освещать игры этой квалификации. Итак, ну что, ребята, разобрали себе героев еще? Нет, не разобрали. Хана будет играть на Nature's Prophet, X-Freedom суппортировать на Enchantress, Полосон, в принципе, то же самое. Miracle взял себе все-таки Темпларочку, ну и Chibix будет играть на Алхимике. Окей, пусть будет так. Оранжи. YSR играет на Вайпере, SXOCXS играет на Ликантропе. Остальные себе героев еще не взяли. Так, вот NCD взял себе Виндрейнджер, Шарки, Сэнкинг, ну и Винтер, по всей видимости, остался... На ком играть? На Вайпере, что ли? На ком? А нет, Винтер будет играть у нас на Паке, да. Так, ну тут у нас какие-то походы намечаются в туалет, будет небольшая пауза. Да ладно. Но в целом, что можно сказать по пику? Очень интересный пик от Сайф. Ну, у них сейчас, на самом деле, очень... Такая непонятная ситуация, то есть надо побеждать, нужно как-то противника удивлять. Если тимплея выиграть не получается, то вот какие-то изменения в стратегиях, конечно, должны о себе знать. Должны нам демонстрироваться. Ну вот, в частности, Сайф сейчас что-то, наверное, покажет с этим алхимиком и с этим Аксом. Ребят, задержка стандартная, 5 минут, что тут ТВ, что на стриме, поэтому можете синхронизировать. Смотреть, например, через Dota TV, а слушать через Twitch, как, кому как удобно. Ну, опять же, придется нам сравнивать игру, скажем, Акса и Алхимика против Вайпера или Ликантропа. Вот мне почему-то кажется, что Вайпер или Ликантроп будет посерьезнее выглядеть. Алхимик, ну, я не знаю, правда, Чибикс куда пойдет этим Алхимиком? Мид? Меркл на легкую или Меркл в мид с каким-то парке пойдет? Пока закупов нет, сложно сказать. Ну вот, отожали паузу, наконец, давайте смотреть. Расположение по линиям. Так, ну и Миракл все-таки в мид пойдет. Пропули на танка, да. Окей, Чибикс будет фармить у нас на алхимике. С легкой линии. Давно я такого алхимика не видел. Вы знаете, одно время алхимиков любили юзать как суппортов, потом его понерфили, немножечко обломав ему такой стан, да. Там, он теперь должен его пораньше сбрасывать и так далее. В общем-то, потом сняли, по-моему, ХП с ультимейта. Теперь он только имеет бешеный скорость регенерации этого здоровья, да. То есть так фиксили. Теперь алхимика очень редко юзают. Вот видим, что периодически команды берут его в качестве керри-героя. Интересное решение. Хотя не в качестве керри, да посмотрите. Чибикс у нас будет суппортировать на алхимике с энтри вартом, а в качестве семи керри Полосон будет на легкой. Это поворот.
Я почему-то не ожидал такого увидеть, на самом деле. Понятное дело, что Полсон действительно как Семикерри постоянно выступает у Сайф, но я думаю, что у Чибикс раздал себе Алхимика, значит, он хочет на нем играть, значит, он хочет на нем тащить. Ну, Алхимик в качестве семи-суппорта с Инчой. Не, ну, в принципе, ганг-потенциал-то, конечно, у Алхимика хороший, в принципе, он и подформировать себе в Семикерри тоже сможет выйти, но не знаю. Я думаю, что как мейн-керри ему будет попроще. Ну что, Алхимик шестислотовый, это такая неприятная очень тема. Может носить очень много дамеджа. Ну ладно, Миркл у нас идет все-таки в мид. На сложной линии, конечно же, будет Ханнедж с профити. Фридом у нас суппортирует на Инчатрес. С вардами уже забегает, где-то там пытается поставить. Виндрейнджер у нас, кстати, в качестве семи суппорта. Сидишь с ней, уже поднимает руну дабл дэмэджа. Топи, конечно же, фармить будет SXO, CXS. В миде Вайпер. Вайс Айера на нем. На сложной линии у нас Винтер на паке. Ну и Синкик у нас это Шарки. Бегает таким полу саппортирующим персонажем. Полуровмящим. Видим, сапог себе уже приобрел. Ну, в целом, вряд ли, конечно, они будут барочку здесь убивать, даже если бы он вышел. То есть... Этот герой не тот, который позволяет делать фростбат, например. Ну, а снизу, видим, Полса уже разбирается с крипами. Пак против него. Ну, Витера, в принципе, здесь проблем быть не должно, наверное, да? Хотя, вот если через... Будет Battlehunger прокачиваться у нас... Полосом, то у Пака, конечно, определенные проблемы будут. Все-таки он большим количеством здоровья не обозначается у нас этот Пак. И, в принципе, скорость регенерации ХП у него тоже невысокая. Он проседать будет. Если вот пытается у нас Хан как-то получать себе экспы. Виндрейджер, конечно же, гоняет этого на честь профита. Ну, как вроде бы все дефолтная ситуация. Да, подфармливает ликантроп спокойно. Сталдшилд у него есть. На миде видим. Вайпер против Темпларочки. Кстати, здесь уже пошел Совух. Это уже и чатры старается. Мы видим, Фридом помогает своему митеру. Так, ну и здесь Винтера пытаются гонять. Чибикс у нас делает пул и также отвел уже одну пачку крипов. Но второй пул сделал. Прокачивает себе Unstable Concoction. Но в целом готов уже где-то перемещаться и гангать, наверное. Так, ну что, смоки есть. Только, правда, один смок у Фридома. Но в целом они готовы, наверное, куда-то выходить и убивать. Вайпер пока уязвим для гангов. Можно на него выпасть. Можно прийти вниз убить Пака, например, тоже. Так что варианты есть. А пока, видим, Сайфы решают просто фармить. Полосом получает первый иллюзорий арбы. Винтер здесь нафармил себе на сапог. Левел второй. Ну, сапог это, в принципе, правильно, да? То есть, если батлхангер какой-то будет, а он по кулдауну вешается. Замедляется, конечно же, Пак. И уходить нужно от этого Акса, чтобы не подставиться. А потом уже какой-нибудь Пак соберет себе ботл. И, в принципе, все будет у него хорошо. Так, Шарки. Спину пытается зайти на Хану. Хана подставляется или нет? Будет ли подкоп? Да, есть Бороу Страйк. А что дальше? Дальше без продолжения. Далеко находился Инсидишес. Кстати, по-прежнему ничего не вкачет на втором уровне. То есть он ждет топного момента. В случае, если будет какая-то атака, то есть можно будет кинуть шиклшот. Там, да, то есть он поможет связать противника. И повышен, чтобы сверху накрыть. А если же атаковать будет тебя, то лучше прокачать будет винран. Поэтому до какого-то уровня, наверное, все-таки не стоит. Не стоит отдавать предпочтение какому-то спеллу. Бегает Шарки с сапогом. Так, ну это Фридом пошел под смоком. Такая очень интересная вылазка, на самом деле. Поднимает себе еще одного сумона. Кстати, это у нас не видел Сэнкинг. Значит, Вайпер не видел тоже. Инфы у него не было, и можно спину на Вайпера выходить. Вылезают ребята из Сайв. Фридом, посмотрим над этим гангом. Миргл пока прячется. Тут у нас какой-то не очень удачный. Вот Шоквейв пошел, хорошо, будут цеплять. Тут нет какого-то замедления. И Хана, почему Хана не пришел? У него нет спрутов. Ну, как-то вообще глупо получилось. То есть, во-первых, Хану не прокачивают спруты на третьем уровне. Хотя бы на разочек надо держать, чтобы можно было гангировать. Во-вторых, от Фридома, по-моему, товарищ Хелбер вот этот вот, да? Адский медведь-крушитель, который не дал замедление как таковой, да? Клэпом не попал. И, ну, вообще фраг сделать не получилось, конечно. Получилось не очень хорошо. Ну, ладно. Вайсайер уже живых остается. Сапог фрейбент у него есть. Вот четвертый. Миркл у нас в виде сапог ботл имеет. Продолжает тоже фармить. Так, ну, снизу тогда будет попытка спушивать тавр. Приходит Хана сюда. Вторые нэчи сколы. Вот в этом месте, конечно, нэчи сколы помогут. И сейдж крип тоже есть. Фридом потягивает сюда еще одного сумона своего. Ну, потихонечку спушивает тавр. Мы видим, ничего не может сделать у нас. Ни пак, ни виндрейджер. Разве что откидывается какими-то спалами. Вот Элизори Орб залетает, есть у нас, видимо, Глиф Фортификейшн, и Винтер пытается уйти. Ну что, тавр падает, Алхимикс, кстати, его забирает, после сапога 781 монета, ну и в целом, прибавку к деньгам получили у нас все ребята из сайта. Кейс, Сэнкинг, видит Миракла,
Пробивает. Есть у нас Borrow Strike. Пока без рефракшена. Еще Миракл. Еще не юзает. Миракл. Пора бы уже. Пора бы уже. Миракл. Где рефракшн? Просветочка пошла. Миракл. Вот включает у нас рефракшн. Отпивается ботлом. И... Ну и в живых, наверное, останется. Будет ли там еще один Borrow Strike? Нет, маны не хватает. Видимо, есть у шарки. Ну и Миракл выживает. Пока 0-0. Но потеряли один тавер, ребята, из Orange. И в целом пока все у нас спокойно. Thanks. Dire's top tower is under attack. Так, ну и Полосон, смотрите, сместился на топ-линию, теперь пошел по тавер, смотрите, какой активный Полосон. Ну, типа, он левел 6 получил, он стоял на легкой линии в соло, купил себе сапог, рекл, регенерацию, 1400 монет у него есть, если ни во что не инвестирует, значит, будет покупать себе фастдагер. Ну и просто удержит линию, пытается подпушить дислайн. Но в целом, ситуация-то интересная, да, то есть есть два героя, которые, в принципе, обладают хорошим пуш-потенциалом, это Enchantress и Nature's Prophet. Так, подкопали теперь Полосон, подвязали его к деревцу, одиноко стоящему в лесу. Даже дали повершот сверху. Здесь пришел Чипикс. Шарки будут убивать. Приговорил Полосон и бежать. Отличный был Галлингблейд. First Blood за ребятами сами. So так, тем временем, смотрите, Мирку пытался убить Вайсаера, как же вовремя оказалось здесь Шарки. Да ладно, успевает первый убить Темпларочка, зарабатывает себе за этот фраг экспу и деньги, но... Но умирает сама, конечно же, тоже. Вайпер, кстати, за топларку не получил ничего. 2-1. Очень интересно начало игры от Сайф. Полосон продолжает давить крипов. Смотрите, 2-200 есть уже. Можно купить себе даггер, если вообще такое будет собирать. Да, вот, видим, за даггером уже побежал. Чипикс с сапогом, 1100 монет. Ну, вы знаете, вот такой игры от ребят из Сайф я ждал. Вот я думаю, что на квалификациях все время так будут играть. То есть начало очень активное, в их стиле давят, исполняют весь свой пик, всю свою задумку. И у них это получается сделать. Посмотрите, на 7-й минуте они уже снесли один тавер, сносят и второй. И сделали два фрага. Причем Ферзбан тоже за ними. Кто им мешал в предыдущих играх так делать, я не знаю. Ну, опять же, еще не спешим хранить оранжей. В этой карте они ничего не показали, я думаю, будут показывать. Но в целом, начало, конечно же, за сайт. 7-я минута встречи с временем пошла. Смотрим на графики. Видим, 3000 плюс они уже себе заработали. По XP они пока 250 впереди. Так, цепляют. Тут интересный врыв был в исполнении Полосона. Не на того. Немножко промазал. Смотрите, у Чибикса тоже 4400 монет. Тоже будет собирать себе, по всей видимости, даггер какой-то, что ли. Очень интересно. Так, на шарке пытался подфармливать. Не дают Сенкигу получить себе фистрый даггер, да? То есть мы смотрели в рамках этой квалификации и в рамках американской квалификации тоже, что Сенкинги обычно выходит в свои леса, делают себе даблстаки на нейтралах и через Сэндшторм выфармливают себе быстрый даггер. Вот здесь такого сделать не получится, потому что доминация идет по чужому лесу от ребят из Сай. Они бегают просто и не дают ничего сделать противнику. Не фармить, не делать себе стаки. И спокойно стоит на линии. Меркл подтягивается на топ, есть фейзы у него, уже брейсер, есть робот в дамаге, ботл левел 8. Сносится тауэр потихонечку, Полосон. Но даггер-то имеет, в случае чего, конечно же, он ворвется, поэтому прекрасно понимает оранжи. И к нему на рейндж не подходит. Падает очередной тауэр, уже третий, пользу сайф. Еще бегает рядом необходимый альфа-вульф. Ну, там дополнительную дамагу дает, неплохо. Ну и пятером ребята из сайф на топе пока. Так, пак снизу. Сапог есть, Magic Wand, не умирал ни разу. Ботл, но даггеры быстро тоже не намечается. Вайпер. Сапог в Rave Band, есть ли у него механизм какой-то, или что он там себе будет собирать. Пока еще ничего нету. Вайсаера у нас один раз умирал. 22 на 6 КС, не самый-то и большой на самом деле. Так, пытаются цепить Хану. Винтер. Есть Римскойл, ставит. Соло практически будет убивать этого Хану, но забирает Вайпер последний стейчкой. Как-то, конечно, хорош, но теряет они четвертый тавер уже. И за 9 минут цены 4 тавера отсаив. Вот это реализация пуш потенциала, конечно. Сильно, очень сильно, 2-2 счет, 9-я минута встречи. Очень много денег себе сразу получили. Это быстрые дагера, конечно же, быстрые меказмы и прочие быстрые артефакты, за счет которых можно, конечно, доминировать. Смещаются вниз, здесь остался-то 2 тавера еще. На него можно, в принципе, пойти и пробовать снести. Шарки здесь вместе с Вайсаэра. Будут цеплять, Чибикс. Видит противника. Есть батлхангер. Раскручивает Unstable как кошет, выдает шарки. Стягивает, конечно же, здесь Полосом. Приходит Фридом еще со спины. И шарки Броу Страйк по всем. Пытается уйти Хана здесь, где спроты, спроты в кулдауне. Но успел подцепить Фридом, видим, замедлением. И шарки будет отправляться на верну. 3-2. Хорошо сделали фраг. И, в принципе, можно дальше тавр спушить.
Интересно, планочка на топе. Тем временем Драма Венжен себе нафармил Миракл. Ну, в целом, пока 4 плюс 1 система, она работает, да? То есть его тиммейты пушат, а он сам собирает себе артефакты. Если что-то у них пойдет не так, придет Миракл и всем расскажет, что он нафармил. И пока. Пока появляется Белл, будет делать себе Яшу. Но и снизу тауэр падает. Потихоньку, помаленьку. Значит, сколы здесь есть. Не хватает сумона Фридома. Вот Фридом вынужден просто идти к своей леса и зарабатывать себе какого-то сумона. Ну, кстати, вот что плохо в данной ситуации, да, и в данной стратегии, это то, что вы практически экспы не получаете. Нет, вы ее получаете, но вы ее делите на троих-четверых. Вот у Фридома та же самая ситуация. У него левел 3 всего лишь, что не очень-то и хорошо. Левел 5, видимо, алхимик. Сапог 2500 денег. По-прежнему еще. Не тратит ни во что свои средства. Ну, а Хана купил себе после фейзов Gloves of Hest, левел 6. Ну, и будет делать себе Мидас. Который, кстати, уже есть в курьере. Ну что, главное сейчас, главное при такой стратегии, это, конечно же, не останавливаться. Ни в коем случае не давать возможности противнику собирать себе какие-то артефакты. Потому что ПТ Владимир есть у SXOCXS. Шарки у нас, сапог, 0 талисман, левел 6 уже эпицентр. Ну вот, пытается выформить себе какой-то дагер. Пока, конечно, не все так хорошо. Все-таки его убивают, два раза уже слили. Неприятно. Ну что, оставили в покое этот тауэр снизу. Ребята из САФ перемещаются в мид. Решили, что этот тауэр будет попроще спушить. Посмотрим, так ли это. Хан у нас пока несет низ. Купает себе Пент, остался немножечко до Яши. Чибикс у нас 2300. Что себе все-таки приобрел? Стал шилд. Ну что, в миде тем временем Чибикс. Поймал замедление от Вайс Айара. Вайс Айара сам получает батлхангер. Олсен здесь не врывается пока. Ну и глиффортификейшн юзает. Смотрите, оранжи не нападают, они боятся драться. Чипикс немножечко по ХП просел. Издалека-то тавр все равно падает. Сейдж крип и два ноческола, они давят. Ну и глиффортификейшн. Значит, против теремс денайл тавр на топе. Там пытался сплитпушить у нас SXOSX. И тауэр здесь упал. А, вот так вот Чибикс купил себе вангуард первым же артефактом, райт-кликом, неплохо. Ну и смещаются вниз ребята из сайфа. Это будет у них, ну, остался, получается, последний внешний тауэр у Orange. Нужно его снести. Ученый Базилиус, видим, от Полосона. После даггера тракил боссов у него 1600 монет уже есть. Очень много денег, конечно. Ну, давайте посмотрим просто по графикам. Вот, 7500 они все заработали с 5 тавров. Просто 7500. По XP они впереди на... Ну, там немножечко, 750. Ну, в целом, давить, конечно, дальше надо. У нас следующий пункт — это Т2 Tower снизу, а потом уже можно перемещаться на Рошана. Ну, ставится, видим, тот самый Exit Spray. Не подпускает крипочков поближе. Миракл с Яшей уже нарезает Tower. Весьма неплохо получается это сделать. Полза тоже прыгивает. Ну, и пушит. Глифа уже нету, дефать просто-напросто нечем. И сидишь и с левел 6 с сапогом. Максимум, что он может сделать, и кинуть повершот. Полосон. Да, ну и тауэр пал. Тауэр пал, забирает его Миракл себе, 1200 монет сверху. Ну все, минус 6 тавров. В ответ Оранжа снесли только один, и тот был заденайн Ханой. Ситуация, конечно, ужасная. Но сайфы смогут ли воспользоваться этим преимуществом, вопрос. Потому что, как известно, эти 6 тавров — это лишь... возможно, золотой запас, да, для Оранжа. То есть, если что-то сейчас пойдет не так у Сайф, Оранжа просто один заход снизу абсолютно все. Так, ну вот Шарки тем временем в соло забирает, видим, через эпицентр Хану на топе. Сделал раскаст и фраг. Окей, 3-3. 14-я минута встречи. Сайфам сейчас нужно снести Рошана. Это следующий их пункт, по идее, должен быть. Через Exit Spray спокойно должны его пробить. Ну вот, в принципе, да, все четко, как по гайду. Так. Ну, это мне просто интересно, да? То есть в такой ситуации главное не допустить ни одного фейла. Делать все четко и грамотно. Вот пока сайфы действуют четко и грамотно. Мне интересно, вот из-за чего проигрывали они предыдущие катки? Почему они так плохо себя показывают на квалификации? Пока я вижу то, что они просто берут и оранжи раскладывают. Они не обращают внимания вообще на то, что присутствует какой-то противник. Вайпер теряем, залетает Миракла. Дает нас раскаст. Моментальные спруты. Ой, хорошо, смотрите, застопил. Здесь тысяча сколов. Большие проблемы. Вайпер на развороте вынужден драться. Неплохая подвязка на Сидишеса. Повышот залетает. Фридом. Съедает его просто ликантроп. Смотрите, одной крючкой. Врывается теряем полос. Двоих стянул. Будут пробивать с руки. Пак. Спруты ставятся. Высок Суаиса.
Ну, конечно, разбивается ТП станом Ачибикса, пытается бить с руки. Дэма же, конечно, не хватает. Здесь у ребята из Зайв. Хотя 1-2 подрались уже неплохо, в принципе. Еще надо ловить, конечно, ликантропа. Он запрыгивает. Еще раз подвязал своим Мерсик с колом. И приговорил сверху. Нет, даже без Кулинг Бейта. А нет, с Кулинг Бейтом, все. Кулинг Бейт дал и убил. 1-3, размен в пользу Сайв. Ну вот, попытались как-то Оранжи перевернуть эту карту, не получилось. Ну и 15 минут встречи, Рошан падает от Сайв. Да, Эггис поднял эту планочку. Ну что, ребят, получается такая ситуация, что Сайфы ерундой вчера страдали. Вот, вот какая ситуация получается. Я уж не знаю, кто им мешал вчера нормально играть. Опять же, возвращаясь к тому вопросу, почему неплохая ситуация в рамках этой квалификации, почему они уже практически потеряли все свои шансы на плей-офф. Вот, потому что в данной карте они просто показывают, как они умеют играть. Они играют в свою доту, ту, которую я видел от них, скажем, до квалификации. Ну, вот ты посмотрите на эти графики сейчас. Вот 10 тысяч преимущества на 15-й минуте, на 16-й, даже больше. По XP, ну, 2000. Ну, в принципе, по XP большого преимущества быть не должно, потому что они бегают все время впятером. И сносят ТВРа, собственно, и XP делят на всех. Ну, сейчас дальше, то есть по логике вещей, снесли все внешние ТВРа, забрали Рошан, дальше заход на ХГ. Моментальный. Может быть, не получится с первого захода, например, снесли Т3 Тавр, но с нескольких заходов подряд-подряд нужно давить. Главное сейчас не отпускать противника. Ну вот Хан у нас купил, видимо, некрономиконы. Вот с ними, конечно, будет немножечко попроще. SXO, CXS пытается напасть на этого Хану. Есть у него, конечно же, ультимейт. Но Хан, в случае чего, с телепортейшн и уйдет. Да, и вот на топ-лейн заходит, ребята, и сейф. Все правильно, все четко пока. Все по гайду. Зашли на хайграунд. Тим включает форму. Да, без сумона, конечно, сложно атаковать просто-просто некому. Нет ническолов. Без Хана здесь вообще никак не справится. Ну пока, видим, Оранжем есть, что есть чем откидываться. Вот, потягивается Хана. Некрономиконы пошли. Должны быть ническолы. Так. Вот они, ническолы. Все. На котором теперь не спушил Т1 Тауэр. В принципе, не важно. Здесь падает Т3 Тауэр. Есть Глиф Фортификейшн. Еще пока не юзается. Подвязали Акса, не страшно. Вайпер пытается настреливать Мирку. Мирку рефракшен введу его. И вот Глиф. Вот о чем я и говорил, да. С первого захода, может быть, и не получится. Но в целом давить дальше нужно продолжать. Нужно, чтобы Фридом себе еще какого-то сумона вызвал поплотнее. Я не знаю, в лесах ничего нет. Хотя бы волка возьми. Волк поможет. Заход на ХГ. Пытается подвязать Миркла. Чибик здесь. Вангуард Гем, кстати, имеет. Так, Полз ворвался в бои. Хорошо, Полз застегнул. Сидишь моментально, будет отвечать наверно. SXOCXX включает у нас тем временем свою ульту. Зашел у нас также Шарки с эпицентром. Разложили, в принципе, двоих. Пытается убить Миркла. Миркл в ответ Ликантропа убивает также. Байбек от Винрейнджер. 2-3 размен. И Фридома, скорее всего, здесь не отпустит. Может быть, не отпустит даже и Хану. Минус 5. Да, вот это, конечно, хорошо. Оранжи подрались сейчас. Очень хорошо подрались. Они сейчас избавились от этого сильного пуша и, в принципе, сделали небольшой камбэк. Поможет ли он, вопрос? Сложно сказать. Опять же, Оранжи потеряли двоих, потеряли самого главного ликантропа и заставили сделать байбэк Винрейнджеру. Ну, вот, правда, с геймом сейчас они будут. Ну и мека появился у Вайпера. Вот это, конечно, минус 5. Это возможность для ребят из Оранжа собирать себе артефакты. Вот появляется, видим, также у Пака Даггер. У Цинкика тоже Даггера. Да уж, ну и Ликантроп у нас первый некромикон на себе собрал. Сайфом вот сейчас просто моментально... Ах, сирень, ворвался, Митя приговорил Пака, красавчик Полсон. Так вот, Сайфом нужно моментально возвращаться на топ-линию сейчас и давить. Надо донести сторону. Если они сейчас сторону не снесут, они проиграют эту игру. 19-я минута встречи. Да. Один замес и камбэк практически на 3000. Даже на 4, наверное. Хана пока отпушивает нижнюю линию. Потом, конечно же, придет на топ. Фридом у нас стягивается тоже на топ-линию. Ну, у него пока есть время. Нужно быстренько набирать себе сумонов с леса. Ну, видимо, этим не дает заниматься у нас SXOCXS. Разбирается с нейтралом. Убивает волка. Сейчас будет убивать еще и кентавра. Ну, вот это увидел. Фридом. У него, кстати, есть тролль. Не, ну тролли для пуши, конечно, не очень хорошая тема. Да, конечно, есть скелетончики. В принципе, как масса, это хорошо. Но там слишком много спеллов, которые... с которыми издалека откидываются ребята из Orange. Да, и тут Delizori Orb и Powershot. Скелетончики будут очень быстро падать. Radiance middle tower is under attack.
Ну что, отопление. Собрались моментально. Некрономиконы первый уровень по-прежнему, второй себе уже купил. Начис профит. И заход глифа здесь, понятное дело, нету. Забирается пара тысяч Миркл, это Тауэр. Хорошо, остались бараки. Чуть показать. Конечно же, рейнджевой сперва. В первую очередь, по такой затяжной атаке лучше убить сперва рейнджевой. Изолятор. У Миркла это очень важно. Изолятором будто падать попроще. Быстрее. Некоторым тем временем Тауэр тоже по миду спушил. Ну, пытается заработать себе денег, второй некромикон у него есть. Чепик соскучивает станчик, крутает с Полосом, пытался кого-то снюнуть, не получилось. Вайсаера приговаривает его. Винтер ворвался. Полосон по двоим, эпицентр от Шарки. Хорошо, Хану разорвали, разрывают также Акса. И топларочка. Миркл пытается драться против всех. Миркл ничего сделать не может. Чипикс пытается ему как-то помочь. Кидает эксид спрей на развороте. Миркл ловит парашют, умирает. И снова минус 5. Теперь я понимаю, почему проигрывают игры ребята из Сайф. Фрид здесь тоже умрет. Они не могут грамотно окончить карту. И реализовать все свои преимущества, которые они получили. Просто не могут. У них это не получается сделать. Второй раз подряд минус 5 делают ребята из Orange. Вот теперь это уже точно камбэк. Причем в этот раз даже, по-моему, без Ликантропа справились. Вообще он не принимал участие в файте. Такое ощущение. Ну и сейчас соберет себе третий некрономикон. Внезапно все очень плохо стало для Сайф. Очень все плохо. Из-за того, что они бегали в пятером всю игру, они получили очень мало экспы. И, соответственно, левла у них невысокие. Видимо, на графиках Orange намного выше себе экспы нафармили. Вот. И, ну, по шмоткам получается то же самое, потому что они сейчас нафитили противника, отдали все свои стрики и все остальное. Так что Orange по шмокам тоже стало 100 окей. Ну, на самом деле, им шмоток-то много и не надо было. Главное было нафармить себе дагера на паке и на сэнкинге. Ну, и вайпера какую-то выживаемость добавить, да, вот что-то типа Миказма было хорошо. Купится еще какой-то, не знаю, агоним, ну и вообще будет неубиенным персонажем. Ну что, Бладмейл нафармил себе Полосон. Вот сейчас уже ребята из Сайф не стремятся идти на чужой хайграунд. Сейчас уже смысла нет. Третий раз отдаться минус 5, это ну, точно можно писать как ГВП. Поэтому, наверное, будет смысл какой-то, не знаю, гангать, возможно. Сейчас уже перемещаться под смоками. И уже после того, как вы кого-то заберете, пытаться пропушить барак. Во всяком случае, всегда есть Nature's Profit в команде, да? И вот для него эти два барака, конечно, расплюнуть. Если Orange вдруг вылезает из-под своей базы, они моментально лишаются стороны. Мы все прекрасно понимаем. Вот Хан, конечно же, ну, воспользуется ситуацией в любом случае. Сейчас будет у меня третий некрономикон, и все будет хорошо. Остальным участникам из Сайф нужно просто гангать. Винтер Тагер. 2500. Ну, третий некрономикон у себя почти нафармил Ликантроп. Да, от преимущества практически ничего не осталось. Хотя, смотрите, удерживается на позиции 8000. Ну, вот они 8000 были на 11 минуте. Сейчас это 8000 на 22 минуте. Вы знаете, это совсем разные 8000. Там у нас ребята из Сайф доминировали. Сейчас они два раза подряд просели на минус 5. Вайпнулись уже неоднократно при заходе на ХГ. Ну, и я не знаю, то есть, что сейчас в данной ситуации делать им нужно. Я предложил один из вариантов, да, то есть, нас Хана все время сплитпушат, но ребята из Сайф перемещаются под смоками и пытаются гангать и убивать противника за счет того, что они все получили тоже ранние артефакты хорошие, и можно, в принципе, с этим Максом что-то придумать. Но уходить в фарм сейчас не самое лучшее решение. В лейте, я думаю, у Орди шансов будет побольше. Залетает Элизариор. Ну, пытается дедефать. У нас здесь Финтер. Не подпускает к своей базе противника. Держит на расстоянии. Это правильно. Шарки у нас тоже занимается сплитпушем. Ну, сейчас, конечно, игра очень-очень от них интересная получается. Главное, значит, не подпустить противника. Стараться не давать, скажем, какому-то там Хане заходить на свой хайграунд. И просто фармить. Заводные апельсинчики пока пытаются тащить. Шарки. 1500 денег. Так, у нас все время БКБшечка появляется у Меркла. Ну вот, давайте. То есть мы с вами говорили еще на стадии первых минут, да, когда там ребята сносили товара, что всегда будет работать система 4 плюс 1. Вот четвером они спушивали товара, Меркл фармил. Сейчас Меркл нафармил себе много артефактов. Его нетворс топ-1. 14 тысяч он нафармил в итоге за игру. Изолятор, БКБ, Яш — это хорошие артефакты. Надо их реализовывать. Нужно как-то ловить и вот вместе с этим Мираклом и убивать противника. Желательно убить Ликантропа и пытаться идти на ХГ. Появляется уже следующий Рошан. Конечно же, будут
Сайфы на него заходить уже. Спокойно Меркл его пробивает. Рефракшн через мелт. Под минус брони, смотрите, минус 17 брони у этого Рошана. Падает, конечно, очень-очень быстро. Так, ну это дефи. Иллюзориор пока залетает. Успеют ли сюда ребята из Оранж стянуться? Таун стоит, мимо него пробежали. Очень интересно. Ну что, Миракл, последние тычки нужно сделать. Летает Винтер, попытается ли своровать? Нет, Миракл успел своровать Аегис. Забирает его, будет ли драться дальше. БКБшку уже прожали, Чипик заходит. Вайсаера получает стан, как же больно. Связать не получилось здесь у товарища Инсидишеса. И, наверное, нужно уже убегать. Шарки здесь тоже подставляется, SXOCX пытается полностью наворваться. Не самая это лучшая цель. ТП аут, скорее всего, уйдет. Ползун еще и без маны остался, некромикона его пожали. Но в целом неплохо. Минус один сделали, забрали Аегис. И вот теперь это отличная возможность зайти на хайграунд. Попытаться хотя бы. Может быть, что-то удастся и снести. Вайпер, есть ли байбек? Вайпер, байбека нет. Это важно. Это очень важно. На топ-линию сразу перемещаются. Сейчас будут сносить барак. Но там, правда, есть уже глиффортификейшн. Не тратится. Не тратится. Кстати, глиффортификейшн. Вайпер байбек ничего не может сделать. У него 10 секунд осталось до времени респауна. Сидишес. Отличное внимание противника. Некоторые здесь бегать пока без формы. Падает барак. Белишный тоже будет падать. Неужели удастся ребятам Исаев снести сторону? Да. Одну сторону все-таки сносят. Ну и вот, вот о чем я и говорил. Один хороший какой-то килл. Например, на вайпере, на ликотропе. Это возможность снести сторону. Ну, с этой стороны. И Сайфы сейчас могут опять попробовать зайти пятером по миду. Или по нижней стороне. Просто давить противника. И пытаться снести еще одну сторону. Ну, по сути дела, снесенные две стороны до 30 минуты, это практически победа, да? Потому что, по сути, оранжем отпушивать будет уже нечем. Выйти из базы они тоже вряд ли смогут, потому что есть Nature's Profit, который третью сторону в любом случае сломает. Поэтому Сайфам нужно приложить максимум усилий того, чтобы снести еще один лайн. Очень интересная игра, дорогие друзья. Прям вот такая вот война стратегий. Действительно, здесь не то, что вот замес хорошо провели, выиграли, что-то еще, а просто война стратегий. И пока Сайфы исполняют немножечко получше свой пик. Вернули себе то преимущество, которое у них было. Вот под смоком атака, опять же. Тот же самый план. Убиваем одного, заходим на ХГ. Вот здесь может SXOX подставиться. Не спалил он волчатами. Перемещение от противника. Бегает по трэпам, кстати. Ой-ой-ой, могут урваться, полосу ворвался, хорошо, можно убивать. Импетусы залетают, стана Чибикса, приговаривает нужно полосу, но Квиллинг Блейд, хорошо, это минус. Это минус, Шарки вынуждены идти на базу, сейчас нужно готовиться к дефу. Там не будет глиф фортификейшена, мы это тоже с вами знаем, но у Ликантропа будет байбек. Этот байбек он будет просто вынужден драться, конечно же, на него сайфы разведут. А вопрос только, останутся ли сайфы после байбека от Ликантропа или отойдут. Так, заход на ХГ. Меркл пробивает таур, еще пока работает. Антибуктор система. Антибуктор протекшн. Заходит тут уже у нас новая пачка крипов. Падает 3 тауэр, байбек или контроп не делает. Осталось уже 15 секунд, теперь уже есть смысл подождать. Правда, пока он будет ждать, он лишится еще одного лайна. Это будет провал. Залетает Винтер, рассказ сделал. Дримскойл, который все-таки сделал байбек. Шарки заходит на своим эпицентром, подкапывает двоих. Миракл пытается драться. БКБ у него только-только откатился. Хи, кстати, уже мата стайл. Ой-ой-ой, с Миракл тут большие проблемы. Некрономиконы бегают, Ликантроп пытается сажать Миракла. Миракл теряет Аегис, потом будет прожать БКБ. Отъехал Чибикс, а минус Винрейдж. Полосом ворвался. Отлетает таверну. Шарки байбек. Представляет Ликантроп. Приговорил его Миркл. Хорошо. И можно Вайсаера тоже убивать. Вайсаера. Подкапывают нас вовремя. Сынкик. Будет ли спасать своего Вайпера? Вайпер форстапается. В живых остается. Но будет потеряна сторона. Миркл. Эту сторону уже не отпустят. Остался оранжевый барак. Забили на него. Оранжевый барак и так сам по себе упадет. На топе тоже уже крипы. Крисут и 4 тавер. И все-таки добили своего ребята и сами. Откоп. Dire's middle tower is learning to fear. Пытается на развороте Оранжа подраться, кого-то догнать, заходит Шарки, ой, как больно он получает, спрятался пока в Сэндшторм, на развороте Миркл дерется, Вайпер получает смелда удар, очень больно Импетус и Фридом, еще одну тычку нужно дать, Форстав только усилил дэмэдж этого Импетуса. Бежит у нас уже и Винрейнджер. Нет, у него Винран умирает, он тоже справляется, наверное, минус 3. Ну и в целом с этого захода можно еще и оранжевый барак тоже забрать. А можно попробовать еще немножечко мид подкрыть. Почему бы и нет? Есть Миркл, уже тащит. Миракла просто не остановить. Так, подкапывают нас тем временем Шарки. Пытается еще деф, там третий некромикон, он прекрасно видит, Чатрис взорвалась от пака, здесь Винтер ее наказал. Вот ретавер-то падает. Ликантроп. Есть шипшифт.
Dire's middle tower has fallen. Тут просто, конечно, смотались уже ребята из Сайфа. Они снесли тут 3 тавера помидора, остались только 2 голых барака. Хана на развороте Винтера. Чипикс тоже уже здесь, подкоп. Шарки, Миракл. Ставит нас пока трэп прям под шарки. Шарки у нас пока в Сэндшторме. Там гем уже вроде потеряли, но в принципе не особо важно. Теплашечка покупает себе Иглсонг. Болсом ворвался, разорвали, видимо, еще и Сэнки Гапак. Делает байбек с XOXX. Вынужден просто отступать. Чипикс подстанил сам себя. Бегать не крынко, но их нужно убить. Хана здесь. Ликантропа, Ликантропа гонят. Ликантропа нужно убегать. Сейчас будет потрачен шипшифт. На самом деле это минус игра уже в исполнении Сайф. А нет, в этой карте, скорее всего, уже победили. Да, хорошо реализовали свой пик. Вы знаете, вот это игра Сайф. Было две ошибки, которые они исполнили за эту игру. Всего лишь две. Первый раз они отдались на топе в пятером, то есть не очень удачно начали свой пуш, неаккуратно, я бы сказал. Второй раз делали то же самое, но потом сделали все четко, все аккуратно и исполнили свой пик на 5 с плюсом. Вот это Сайф тех, которых я привык видеть. А вот что были вчера за Сайф, я не знаю. Это игра. Вот Миркл, вот он своими слотами, вот смотрите на него. 22 тысячи форса на 30 минут. Выше всех своих тиммейтов и оппонентов, понятное дело, вместе взятых. Поцепили Вайс Аэр, убивают его тоже, остался только последний барак. Пытается драться против Ликантропа, без формы он, спрутак, приговаривает его Миракл, делает трипл килл. Дайте рэмбиш Мираклу, пожалуйста. Вынесите противника на блюдечке. Хотя потрафляйся, потому что диски на фарме. Ну и сносится на 104 товара. ГГ пропись, ребята, из Orange, победа на Сайф. Что круто получилось. Так, Шарки. Еще пытался эпицентром кого-то разрезать. Очередной минус. У нас 13. Да, Оранжи не смогли отдефаться от этого сильного пуша. Хорошее исполнение пика от Сайф. Это мы уже с вами, в принципе, говорили. Молодцы, они зарабатывают себе победу. Но, как я уже говорил, у Сайфов слишком тяжелая ситуация. У них уже 4 поражения есть. И драться за плей-оффом будет невероятно сложно. Но Оранжем они, собственно, жизнь испортили. И это очень интересно. Это у нас будет очень интересная развязка в рамках этой квалификации. И значит, у нас больше шанс того, чтобы тайбрейкеры сыграны после основных 4 матчей. Итак, ребята, у нас 2 матча уже позади. Третий матч на этом стриме будет, я сейчас скажу, какой. Будет у нас First Depart против MVP Phoenix. Корейцы будут играть, которые очень неплохо себя показывают в этой квалификации. Ну и FD, которые все свои шансы тоже уже растеряли. Так что надолго с вами не прощаемся. Матч начнется у нас в 9:40, то есть через 30 минут, полчаса у нас пауза. Пока переключайтесь на другие стримы, смотрите там трансляции на параллельных каналах. А с вами мы услышимся позднее.